Казани прошла волна эвакуации. На данный момент известно о лжеминировании всех министерств, Госсовета, Кабинета министров Республики Татарстан, исполкома города, множество школ и вузов в нескольких районах Казани, сообщают новостные порталы города. Также стало известно, что поводом для прошедшего послужил поступивший анонимный звонок. Аноним сообщил о заложенном взрывном устройстве. Заранее об учениях никто не предупреждал. Волна эвакуации также прошла в Казанском университете. За считанные минуты были эвакуированы студенты со всех зданий КФУ. В течение дня здание вуза осматривали кинологи и сотрудники спецслужб. При этом тщательно проверяли запасные и пожарные выходы. Лжеминирование коснулось не только Казани. Например, накануне в Нижнем Новгороде экстренные службы эвакуировали общественные места, железнодорожные станции и аэропорт. Несмотря на то, что по всей стране проходит волна эвакуаций, ни одно из поступивших сообщений о заложенной бомбе не подтвердилось. Полицейские возбудили уголовное дело по факту ложного минирования. Аделя Шемилова, Владислав Михневский, Ленардо Влетьяров, Роман Самарин, Универньюз.